Самое любимое, что можно делать, это общаться с экспертами. И как настроение? А что, не видно? Ну, видно. Прекрасно. Фурор был на выступлении. Ну, это ваша оценка. Ну, как? Ну, я видел количество вопросов, которые вам задавали. Я видел, как проходила ваша сессия. А это творчество. Тема хорошая. Сколько идей накреативили сегодня? Одну, но большую. Так, поделитесь инсайтами. Ну, да. Мы решили, да, мы делали позиционирование для пекарни. Так. И мы решили, что эта пекарня должна быть душевной. Но к этой простой идее мы шли достаточно долго, целый час, включили все, сколько тут мозгов было? Ну, 200 точно. Вот, все 200 мозгов включили. Ну, они нам все пригодились, ни одного лишнего не было. Для этого нам надо было понять, кого мы будем звать в эту пекарню. И когда, ну, владелец пекарни сказал, что всех, я сказала, что ну тогда никого. Мы выделили среди всех, кто мимо проходит, потому что они на проходных местах стоят, они встали на трафике, это понятно и это как бы объяснимо все. Вот, они сказали, что их, и, ну, всех, кто мимо проходит, но это нереально, всех. Поэтому мы из этой толпы проходящих мимо людей должны вычленить тех, кто больше всего заинтересован в покупке выпечки. Мы решили, это же женщина, что она семейная, что у нее есть дети, что она... Значит, зачем она покупает? Чтобы нести радость в дом она покупает. Ну, это в общем, вкусняшки, которые мы хотим порадовать, да, своих родных, любимых, близких. Вот. В общем, она такая, ну, мы ее увидели, мы ее описали. После этого мы начали думать, а какую бы она пекарню выбрала, предпочла другим. И мы начали мимикрировать под ее интересы, и мы нашли этот интерес. Она хочет приходить в душевное место, очень похоже на ее дом. Круто. Слушайте, не каждая компания на это способна. Ну, мы тут для этого. Как определить потребность обратиться к вам как к специалисту? То есть, грубо говоря, в какой момент компания должна понять, что так, окей, я что-то не могу понять, какая у меня целевая аудитория, какой бизнес мы хотим развивать и вообще, что у нас должно, и как это все должно выглядеть, хочу пойти к нашему эксперту. Ну, как только почувствуете, что вы недовольны результатами, или к вам, ну... Непонятно, кто приходит, или вас трафик не устраивает, то есть вы можете обеспечивать качественным обслуживанием там 100 человек, а к вам приходит только там 25, или у вас наступила некоторая стагнация, то есть это тоже формальный признак того, что ну, пора что-то делать. То есть это все признаки, формальные признаки того, что в вашем продвижении нет системы. Вот, а раз нет системы, ну надо ее откуда-то брать. Что пожелать всем предпринимателям в 2020 году? Системности, креативности и адресности. Знать, кого звать, это номер ноль. Вообще, номер ноль. Второе, креативно решать. Но перед всеми предпринимателями более или менее, ну так, в общей массе, стоят одинаковые задачи стоят. Обойти конкурентов, сформировать трафик, повысить рентабельность. Это все, в общем, задачи всем известны. Вот если вы по-другому умеете их решать, вы креативны. Вот так по-другому, чтобы вы умели, вот этого пожелаю. Ну и системности. Системность отлаживается... Три раза, на четвертый раз начинает работать без ручника на автомате. Вот автомата такого и пожелаю. Тогда я пожелаю нам с вами творческого вдохновения, чтобы наши, скажем так, творческие силы имели какую-то подпитку, и чтобы у нас креативных решений, креативных идей было много. Да, спасибо. Ура. Ну, да, и они складывались в систему. Все правильно, это номер ноль. Это вообще бронебойно будет. Окей, спасибо.